Уже сегодня в нашем городе стартовал сезон цветочной торговли. Красивые, яркие, нежные и ароматные цветы можно найти на разных торговых площадках. Праздничное оформление и доступные цены предлагают продавцы всех точек и павильонов. Занимаемся цветами уже много лет, с родителями, сами выращиваем. У нас порядка 20 сортов. Пользуются спросом очень миксованные, трехцветные, розовый, фиолетовый, молочный. У нас уже начался сезон, документы у нас все оформлены. Приходите к нам, соберем на любой вкус и цвет композиции. Сейчас начнутся самые жаркие дни, можно предварительно заказывать. Выбор большой, цена класс, покупаю любимой жене. Здоровья всем женщинам и хорошего настроения. Торговля цветами в предпраздничные дни для многих белорусов является хорошей возможностью для заработка. При выполнении простых правил подработать таким образом может любое физическое лицо. Вот и брещанин Владислав решил для начала, как законопослушный гражданин, прийти в налоговую. Узнал, что нужно оплатить налог налог за то, что я буду продавать цветы. Регистрировать ИП не нужно совершенно, можно это сделать как физическое лицо, просто оплатив налог налоговой. Чтобы на законных основаниях продавать цветы, физическому лицу необходимо до начала деятельности подать в налоговый орган, независимо от места жительства, письменное уведомление или уведомление в электронном виде через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, вида товара, а также периода деятельности и места деятельности. Во-вторых, нужно перед началом осуществления деятельности уплатить ставку единого налога. Кроме того, при реализации физическими лицами цветов менее 15 дней в календарном месяце, единый налог исчисляется с применением понижающего коэффициента 0,5. Для пенсионеров по возрасту, инвалидов и иных лиц, имеющих право на льготы, ставка единого налога снижается на 20% при предоставлении подтверждающих документов. В городе Бресте на данный момент ставка единого налога составляет 66 рублей за полный месяц или 33 рубля при торговле менее 15 дней. Учтите также, что торговать физическое лицо должно самостоятельно, без привлечения наемных лиц.